тем более, что и не советуют от туристических маршрутов куда-то отклоняться. Капучино, и потом принесли мне его бесплатно. Мама, мама, Раша! Это что такое было сейчас? Я так сильно ее хотела. Везде есть вот такие бомжатники. Без меня поехал! Творожный кекс. Творожный кекс. Всем огромный привет. Буквально недавно я была на производстве бомбар, и не только их, в Тольятти. И сегодня я хочу провести вам экскурсию, как провели ее мне. Было действительно очень-очень интересно. Тоже не сахар. Это не сахар, это очень хороший подсластитель, который рекомендован, ну то есть рекомендован для тех, кто делает бессахарную продукцию. Здесь же где-то должна быть и сукралоза. Опять не да сахар. Да что такое? Опять не сахар. Мы пытаемся все сейчас найти сахар, но пока не можем его найти. Здесь стоят орехи и различные аллергены отдельно. Это масло. Это отдельно. Просто заходишь в каждое новое помещение, и запах еще круче предыдущего. Здесь безумно вкусно пахнет, хочется съесть просто все. Вся оделась. Смотрите, это клубника. Сублимированная клубника. Настоящая, настоящая, представляете? Настоящая, да. Классно, это можно прям половник брать малина. И сразу в рот. Это малина тоже сублимированная. А вот там сейчас идет классный процесс. Пойдемте посмотрим. Здесь, смотрите, орех приходит уже, в принципе, добренный, готовый, но нужно обязательно через эту машину пропустить. А это что за машина? Отсеять, чтобы ничего лишнего не попало в батончик. Это фундук, да? Я держусь. Я до последнего. Я не знаю, что со мной будет минут через 10. Возьми печеньку. Это яблоко корица. Там яблоко просто сублимировано. А это выглядит как орех. Ага. Это яблоко. Конфетки любимые вот. С фундуком. Люблю. А вот это я еще не пробовала. Это вторая линейка. Чиколап, сам бренд. Угу. Это будущие конфеты кокосовые. С кокосиком. Все это без сахара. Вот такая шоколадная история. Тоже такой сложный процесс. Потом он начинается оттуда. Потом перетекает из бочки в бочку. Где-то он набирает белка, где-то он набирает клетчатку. То есть потом попадает вот эту штуку. И вот уже он. Эксклюзивище. Ребята, смотрите, строится новый цех по производству печенья. Здесь, скорее всего, я предполагаю, будет чоколад делать с печеньем. Печка уже стоит. Печка уже стоит, и миксеры. Стеллажи на подходе. Я уже начинаю разбираться где-то, вот, что. Вот, ты знаешь уже, какое оборудование где. Но ездила я на производство не просто так, а снимать классный, очень полезный, интересный ролик про приготовление безумно полезной индейки. Так что этот ролик уже есть на канале Бомбар. Ты можешь порезать помидоры. Могу. Ты справишься с этим. Ссылочку на этот ролик я обязательно вам оставлю внизу под этим видео, поэтому обязательно проходите. Из-за этого я веду канал. А вот эта вот история, она была уже просто... Чудесно. Слушайте. И под нами города, знаешь, истина проста, буду рядом я. Я закончила города. Расстройство кота. Адвокат посоветовал нам садиться в машину и срочно покинуть город. Детского кресла нет, так это... Нереалистично, неправдоподобно. Ну что, я поехала? Давай, пока. Давай, пока. Меня поехал! Ты тоже со мной поедешь? Да? Запрыгнул в подъезжающий поезд. Ребята, мы в Костроме! Привет, костромичи! Здорово, Кострома! Тут очень красиво, очень
очень стильно, я бы сказала. Сколько мы ехали? 5.5 часов мы примерно ехали. Ну да, так нет, не очень быстро. Ну, мы, честно говоря, не сильно торопились. Огромная кровать. Ой, даже смотри, светильнички маленькие есть. Помнишь, как в этом? Где бра? Почему нету бра? Очень большой телевизор. Мне мебель очень нравится. Классно. Что там? Мини-бар? Есть там что-нибудь? Винишко, шампанское. О, ничего себе! Ого! Водичка. У нас, кстати, здесь завтраки включены. Я даже забыла, что завтраки включены. А сколько он стоил? 3800, да? 3800 номер. Ой, смотрите, халатики. Ну, здесь вообще 4 звезды, он считается таким хорошим. Расческа, 2 шапочки, зубные щетки мы с собой взяли. Ну, тут всякие хайер, боди. Мы сейчас с дороги пойдем покушать. Где мы сидим? Дудки-бар. Дудки-бар. Нам его, кстати, очень советовали. И здесь, правда, очень вкусно. И вот эта тарелка тому подтверждение. Я вставлю фотографию и покажу, как это на самом деле выглядело. Но вот сейчас это выглядит вот так. Сашке Цезарь тоже очень понравилось. Счастье, счастье. И пошли гулять. Я хочу лошадок. Я истинный турист. Ой, фотографирую себя. Истинный турист. Поели сырка. Просто тут нереальное количество народа. Ну что? А, вон там, кстати, тарелочки можно взять. Я потом пойду тарелочку попью. А, тарелочку? Думал, тарелочку ты сыру собрался съесть. Тарелочку. Ну, сейчас придется стоять в очереди. Мы только что забронировали бар на вечер. Скажи. Так что мы сейчас находимся, нагуляемся, встанем, проголодаемся и пойдем сидеть в баре. Так вот, вот там памятник Сусанину. И мы сейчас... А еще мы видели памятник Островскому. Мы теперь знаем, как он выглядит. Мы будем уподобляться Сусанину, и мы ходим, сами не знаем где. Примерно так сориентировались, что дальше там будет центральный парк. Ну и по ходу будем решать, куда идти. Не работает? Мы идем к реке Волге. По этому мосту мы как раз сюда ехали. Я не хочу. Будете шуфут, пойдем. Ой, какой красавчик. А ты чей тут лежишь? Кис. О, ты чей? Ой, еще один. Опять сама с собой, что ли? Со звонками. Люди живут тут. Тот был постарее. Великолепно. Смотри мне. Великолепно. Скажи, как тебе, плохо со мной? Пролез. Ого. Она же железная. Ого. Какие коляски ставить? Тут лестница. Да, вообще смотри, она прям летает. Да и там просто уже с вилами люди бегут. Пока вил достанут из кладовки. Затишь. Не, сейчас. Я не знаю, он снимает просто столько котам и собакам, пострадавшим от автомобиля. Интересно, а ты как-нибудь что-нибудь кладет? Наверняка. Режь меня. Вырезай все.
Нет, все не буду. Вот это осталось. Вау! Иди давай. О, как вкусно пахнет. Дождик легкий провожает. Все, выезжаем мы. Ярославль. У нас номер 226, Ринг Премьер. Мы здесь уже второй раз. Сейчас я буду мыть голову. Тоже водичка. О, здесь смотри, вот. Видишь, есть щетки зубные. Валера, здорово. Ванная. Отлично. Огромное зеркало. Приехали в Ярославль. Пошли. Я вообще, я отдыхаю, я просто хожу вообще, руки вот назад, я такая вообще вся расслабленная. Мы вчера как кони бегали просто по всей Костроме. А сегодня мы... А сегодня я купила уже себе кашемировый шарфик. А мы туда зайдем? А, вон там тоже верандочка прикольная. Я просто хочу сесть, отдохнуть, потом опять погулять, потом опять сесть, отдохнуть, погулять. Я вот даже сомневаюсь, живет ли здесь кто-то. Молоко, да, почти свежее, кстати. 22.06. А, ну, что ж. Еще один. Кто-то разговаривает. Квартира 13. Фу, пахнет. Даже не ругается и не бьет посуду. Это знаешь, как сейчас? Мама, мама Раша, мама, мама Раша. Это что такое было сейчас? Есть по всяким местам, куда типа не ступала нога человека, но это почти то же самое. Ну, так, в принципе. Дорогие друзья, пройдем с вами первый подъезд этого дома и посмотрим, что же находится там. Ну, в такси вызывать мы к нему не будем. Помощь обманутым вкладчикам. Смотри, эти какие-то платежки, что ли, какие-то, смотри, там штрих-коды. Да. Да. А Кукушкин Вячеслав Валентинович, 1532 рубля. А год-то какой? Свежий? Я пытаюсь найти. 31.07.2019. Свежак. Везде есть вот такие бомжатники, как бы это в порядке. Ой, на Кипре я заходила, просто так все красиво, так все аккуратненько. Но стоит тебе зайти куда-нибудь буквально за отель, мне реально было стрёмно там ходить, поэтому я особо не выходила никуда, просто мы... я была одна. Да, это мы в России здесь. Если бы мы с тобой были, мне было бы интересно бы с тобой. Это мы ходим куда хотим, потому что, ну, как-то, ну, все-таки дома мы практически находимся. За границей, да, там непонятно, какие там нравы. Как там люди к этому будут относиться, поэтому там никто особо-то не суется от маршрутов, тем более, что и не советуют от туристических маршрутов куда-то отклоняться. Вот. А здесь, пожалуйста, мы смотрим, не влом это даже все показательно. Везде так. Везде так. Кто бы что ни говорил, и не пытайтесь со мной спорить. Мы сейчас идем на завтрак. В этом отеле у нас завтрак не включен, и мы идем в какое-то кафе, которое называется «Утро». Я очень хочу кашу, правда, очень хочу кашу. Я взяла себе пудинг с чиа. Но это потом, потому что у меня еще каша овсяная и яйца. Белки, жиры, углеводы. И авокадо тоже. Я не изменяю себе. Спасибо большое. Давай. Принесли мне мою кашу. Они сначала не услышали, что у нас два капучино, и потом принесли мне его бесплатно. Представляете? Вот это сервис, вот это классно, это приятно. И яйца с авокадо. Сашка уже лопает. С беконом и с драниками. Саму себя все это не съест. Смотрите, какую прелесть я хотела вам еще показать. Это я на Asos заказала такой домик для конфеток. То есть, ну, у нас Соня, Саша ест обычные конфеты. Мне кажется, эта штучка, она типа как для праздников. Я купила просто так, потому что у нас здесь стояла вообще вот такая вот штуковина.
Но это просто было некрасиво. Я решила, что раз это такой у нас уголочек вкусняшек, то пускай здесь стоит красивое что-нибудь. И хотела показать, что у нас с новыми книгами. Вообще 100 лет уже не показывала Софии на новые книги. И это у нас издательство «Миф. Как устроен человек». То есть, чтобы она, кстати, уже смотрела. Ей очень интересно. Мы даже смотрим на YouTube всякие вот эти вот скелеты, мышцы. Как что устроено, зачем нам вода, в общем, что такое почки, печень. Видите, вот вода в организме, пищеварительная система. Мы читаем Софии очень часто, это действительно факт. У нее довольно много книг. Шкаф у нее уже не вмещает те книги, которые у нее есть. И я сейчас думаю, вот скоро, наверное, поедем в Икею смотреть что-то новое. А вот эти вот ракеты прислали просто посмотреть. Огромное спасибо, Миф. Ну, не знаю, просто это уже, мне кажется, на чуть-чуть постарше возраст. «Чудесное сечение», вот эта книга у нас уже есть. Вот, а эту, в общем, это отличный подарок, и она у нас как раз именно в подарок. Книга еще запечатанная, и вот это вот еще запечатанная, то есть мы не все еще смотрели. Из той же серии «Увлекательная физика». То есть вообще мне кажется, что это очень здорово как-то ребенка немножечко приучать к этому, да, то есть, видите, инерция, форма, объем, с самого детства, чтобы он постепенно просто о чем-то узнавал, не так, что там, типа, пришел, знаете, там в какой-то класс, и тебе на тебе сразу, там, масса тела, и давай там кучу формул, да. Здесь такая довольно большая серия, здесь вот увлекательная химия, кислород, в общем, что такое горение, окисление и так далее, и тому подобное. Вот у меня, конечно, химия мне никогда вообще не давалась. Сборник головоломок для развития мышления, это мы взяли больше для, если вот мы поедем куда-то, то есть это вот всякие деревни, например, либо в дороге там куда-то, да, если там долго ехать. Сказка с заданиями, которые научат ребенка думать как программист. Познакомьтесь, это компьютер, исполняет любые приказы, самостоятельно думать не умеет. Ну вот, про все, про все. Здесь, видите, здесь есть и химия, и физика. Надо посмотреть, в какую степь. «Живой мир под микроскопом», тоже запакованная, пока сейчас покажу. Вот она, ради чего просто я так сильно ее хотела. Профессор Острокот и его путешествие по телу человека. Для чего там нужна кожа, почему мы чихаем, все-все-все, видите, зубы, там, расположение всего, это там сосочки, в которых расположены вкусовые почки. Короче, это дико интересно. Такое, возможно, начало для ребенка не просто к узнаванию чего-то нового, да, а чему-то большему. Ну, короче, вы посмотрите, просто это очень круто. Наследственность, как мы растем, как мы размножаемся, тоже, кстати, такой щепетильный вопросик. Кстати, у кого детки постарше, как вы дошли до определенных тем с помощью книг или каких-то разговоров? Здесь, ну, это тоже в тему биологии и медицины, это скрытая жизнь пляжей. Каждый, что у нас на коже, например, происходит. Клещ, да, зудин, железница, личинка травяного клеща. И вот каждый это вот разворот. Здесь вот, что у нас на кухне происходит, что у нас большое строительство в лесной подстилки, то есть что у нас в земле происходит, видите, червяк. Короче, очень классно, и все с картинками. И книга про Вселенную. Сферический космос. Расположение планет тоже очень интересно. Вселенная Эйнштейна. Частицы. Кто смотрел «Теорию большого взрыва»? Я прям обожаю, не могу. Прям люблю. Так что все будем изучать. Любовь, любовь.